Хто найголовніше в вашій команді? Не хотілося б, звісно, так прям. Ну, да, я. Колективним рішенням. Я нікого не спрашувала, але я, да, определенно. Без сили? Все залежить від ситуації, звісно, але в основному... Єш когось? Да нет, ну это скорее всего какой-то... Иногда бывает, конечно, но это все равно женский коллектив, и тут без каких-то таких очень резких импульсивных моментов не обойдешься. Кого ты больше всего ненавидишь в команде? Это Тільки... Давай, скажи, скажи. По секрету? Да. Вот никому не скажешь? Да. Я всех очень сильно люблю, они мне как сестры. Это даже не подруги, это а сестры. Кого ненавидишь? Же. Я всех, я их всех ненавижу. Наташа сказала, что тебя ненавидит. А я их всех ненавижу на самом деле, чуть-чуть, но я люблю. Кто найгарнейшая девчина вашей команды? Ну, то, звісно, что я. Ну, Наташка еще такая гарненькая, Танька гарненькая, да. Марья там, моя сестра, тоже гарненькая. Катька дуже гарненькая, знаешь. Ну, але я сама гарненькая, да. Жека дуже гарна, но найгарнейшая, ніж я. И ни у кого немає хлопця, да? Нет. Ни у кого немає? Дивно. Я тоже так считаю. Дивно. Боже мой, господи, как у такой. Ну, хотя все понятно, в принципе. Ты головный актер, да, команды? Конечно, естественно. Все роли, все пишется на меня. Пишу только я. Вообще никто ничего не делает в команде. Как жить, не знаю дальше. Кого ты ненавидишь? Одну? Всех ненавижу. А кто найгарніша? Ну, как бы, ответ очевиден, как бы, мне кажется, тут. И спрашивать нечего. Ну, кто? Я. Ты, да? Конечно. Як багато дівчат в вашій команді? Коли будуть хлопці вже? Ніколи не буде. Чому? Тому що це контракт. Хто? Контракт. У вас вже є контракт? Да, да. Скільки ви заробляєте? Пока нічого не заробляю. Дуже гарний контракт. Кого ненавидиш в твоїй команді? Всіх ненавижу, але більше всього Марію. У нас це взаємно. Да? Да. Я не буду, как Женя, говорить, что я ненавижу Женю, но недолюбливаем друг друга. Да не, на самом деле все хорошо, мы любим ТВ5 и команды «Нет парня». Вы уже выиграли, девчата, вы уже выиграли. Ты все життя грав у чоловічої команди. Зараз ти, у тебе є вже досвід працювати з жіночою командою. Де краще? Это пока что секрет, до того, как я выйду на сцену. Легче в мужской, потому что в мужской мы все писали шутки, а здесь только я. И Виталик. И Виталик, да. И Виталик просил, что надо спасать. Но я считаю, что помогать девочкам надо. Женским командам всегда тяжелее. У них вот чуть-чуть какое-то свое видение. Нет парня. Пожалуйста, не ленитесь писать шутки сами. Не смешные, мы потом отберем смешные.